Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами Алина Ярема, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы в новых видео, статьях на блоге. Наша тема сегодня – это как продавать в интернете. И первое, что вы должны знать и просто запомнить как аксиому, это то, что в интернете в лоб ничего не продается. И для того, чтобы что-то продать, нужно выстроить с людьми отношения доверия. И сегодня я расскажу вам о двух тактиках, как вы можете использовать интернет для ваших продаж. Первый вариант подходит для тех, кто сотрудничает с сетевой компанией, которая очень хорошо известна на рынке, у которой очень хорошо раскручен свой личный бренд и есть много клиентов, а также есть какой-то процент людей, которые ищут консультантов для того, чтобы зарегистрироваться, либо приобрести продукцию. Если это ваш случай, тогда ваши клиенты ждут вас на контекстной рекламе Яндекс.Директ. Если вы еще пока не знакомы с этим методом рекламы, то специально для вас я сделала скриншот для того, чтобы вы наглядно могли это увидеть. И второй вариант – это то, что используют мировые лидеры в интернет. Если вы смотрели фильм «Секрет», то должны знать таких людей, как Боб Проктор, Джо Витали, Джон Ассаров, а также все остальные участники данного фильма. И то, что объединяет этих людей, а также MLM-лидеров в интернете, лидеров инфобизнеса, в том числе и меня, это то, что все мы используем тактику интернет-маркетинга, которая называется «Продавать обучая». И самый эффективный и лучший инструмент для реализации этой тактики – это ведение собственной рассылки. Я уверена, что у вас возник уже вопрос, почему именно рассылка и как это работает. Смотрите, ключ к продажам в интернете – это выстраивание доверительных отношений с вашей аудиторией. И самый простой и легкий способ выстроить эти отношения – это делиться полезной информацией. И именно рассылка позволяет сделать вам это наиболее эффективно, а также автоматизировать этот процесс. И что делают мировые лидеры? Они создают свои рассылки с полезной бесплатной информацией. И помимо бесплатной информации, они также продвигают свои какие-то предложения. Это могут быть тренинги, курсы, вебинары, семинары, какие-то инфопродукты, все что угодно. Также какая-то продукция может быть. И смотрите, что происходит в таком случае. Человек получает от автора полезную информацию. То есть самый главный ключ здесь, что информация должна быть качественной. И когда он получает какое-то предложение о приобретении чего-либо, у него в голове происходит такой мыслительный процесс, что если автор делится такой полезной информацией бесплатно, то я представляю, насколько большой ценностью обладает его курс, либо какое-то предложение. И, соответственно, человек совершает покупку. Но что самое главное, таким образом вы выстраиваете целую аудиторию теплого рынка, лояльных и постоянных клиентов, которые остаются с вами надолго, а может быть даже на всю жизнь, а также рекомендуют вас своим друзьям, знакомым. И как вы можете использовать эту тактику уже сейчас? Сейчас я на реальном примере поделюсь вам, как вы можете это сделать. Итак, предположим, что вы сотрудничаете с косметической сетевой компанией, и ваша цель – это продвигать себя как консультанта данной компании, а также вашу продукцию. И то, что вы должны сделать в первую очередь, это определиться с вашей направленностью, а также вашей целевой аудиторией. В данном случае ваша направленность – это косметология, а также искусство макияжа. Но так как тема эта очень широкая, я рекомендую вам взять тему поуже и концентрироваться именно на ней. Допустим, это может быть тема ухода за кожей лица после 35 лет, либо уход за проблемной кожей, либо искусство макияжа. То есть выберите то, что вам по душе и то, что действительно вас очень сильно интересует. И второй момент – это ваша целевая аудитория. То есть нас будут интересовать в первую очередь женщины, женщины, которые хотят решить какой-то вопрос в плане своей внешности, там, будь это уход за кожей лица, научиться искусству макияжа и так далее. А также те женщины, которые любят ухаживать за собой. И
Следующий ваш шаг – это написание 5-7 писем с какой-то полезной информацией по данной тематике. Но я сразу должна вас предупредить, что вы сами должны очень хорошо разбираться в этой тематике, а также постоянно обучаться в ней. Но, в принципе, на сегодняшний день это не является какой-то проблемой, и вы всю полезную информацию по данной тематике можете найти в интернете, либо пойти на какие-то курсы дополнительно. Потому что информация должна быть действительно очень полезна и решать какой-то вопрос с вашей целевой аудиторией. Следующее, после этих 5-7 писем вы можете делать ваши предложения, будь то регистрация, продажа продукции, либо совершение какого-то иного действия, которое вы хотите от ваших подписчиков. И следующий ваш шаг – это регистрация на сервисе рассылок. Это может быть как платно, так и бесплатно. Вы, конечно, можете стартовать из бесплатных, но я все-таки рекомендую вам в дальнейшем перейти на платный сервис. Очень важно использовать такой, потому что вся эта работа по рассылке писем будет поставлена на автоматический поток. И, соответственно, у вас уже освободится время для другой работы. И последний ваш шаг – это реклама в интернете, то есть вам нужно начать набор подписчиков, чтобы как можно большее количество людей прошли через вашу рассылку и, соответственно, стали вашими клиентами. Если у вас возникают какие-то вопросы по написанию писем с предложением о приобретении либо совершении какого-то иного действия, я рекомендую вам посмотреть мое прошлое видео по написанию продающих текстов, ссылку на которое вы можете найти под видео. Итак, давайте подытожим с вами, что вам нужно сделать для того, чтобы начать продавать в интернете. Первое – это определиться с вашей направленностью и целевой аудиторией. Второе – это написание 5-7 писем с интересной и ценной информацией для вашей целевой аудитории, а также несколько писем с предложением. И последний, третий шаг – это регистрация на сервисе рассылок. И последний шаг – это реклама и набор подписчиков. Ну что же, я надеюсь, что я в полной мере ответила на ваш вопрос. Если у вас возникают еще какие-то вопросы, присылайте мне на почту, я постараюсь в следующих видео ответить на них. Также я буду вам очень благодарна, если вы понажимаете кнопочки социальных сетей и поделитесь этой информацией с вашими друзьями и коллегами. Я желаю вам удачи и успехов. На связи была Алина Ярема. До скорых встреч и пока-пока!